старше 160-летия, да, мужской области. Но я хочу сказать, что не было бы Благовещенска самого первого, не было, может быть, было бы все по-другому. Погромче. Я хочу... Громче, да? Пожалуйста, я сюда встану. Я хочу прочитать стихотворение «Наш Благовещенск». Такое. На карте Родины немало городов, которыми страна гордится. Наш Благовещенск – город молодой. Один из них. Он бережет границу. Когда России верные сыны, отважные землепроходцы, впервые к устью Зеи подошли, они уж знали, труд их отзовется. Шумел Амур, раскинулась тайга, по ожерелью древних сопок. Такой предстала им земля неведомого Дальнего Востока. Земля Отечества, амурская земля, свидетель подвига и славы поколений. Ты, словно книга, сохраняешь имена первопроходцев и следы свершений. В названиях улиц, скверов, площадей читаем мы истории страницы. Вот здесь, на Рёлке, прирастали к ней душой и телом казаки станицы. Усть Зейская, тогда так нарекли казачий пост переселенцы. Сюда со всех сторон России потекли простые русские умельцы. Теперь наш Благовещенск не узнать. Своеобразный, ровный и красивый Амур и Зея смогут рассказать, как город рос и набирался силой. Бетонный берег, плещется вода, амурский вальс над волнами лелея. Пусть Благовещенск здравствует всегда в объятиях Амура с неразлучной Зеей.